Психологические тесты часто рассказывают нам факты о наших чувствах и эмоциях. Казалось бы, вы потратите всего минуту, а узнаете такое, что изменит вашу жизнь навсегда. Потому что даже самые незначительные детали важны. Такой же эффект оказывает и этот тест. Всего одна картинка раскроет вам ваше подсознание и отношение к любви. Взгляните на изображение, выберите дерево и смотрите расшифровку. Безусловно, разгадка теста вас поразит. Все тайны ваших чувств в одном тесте. Это все любовь. Итак, начнем. Дерево номер один. Этот выбор характеризует тебя как смелого и решительного человека. Ты любишь брать инициативу в свои руки и прикладываешь максимум усилий для того, чтобы добиться взаимности. В то же время ты очень романтичная натура. Ты терпеть не можешь банальности и бытовухи. Ты любишь делать оригинальные подарки и совершать галантные поступки. Но и от своей половинки ожидаешь того же в ответ. Идеальным партнером для тебя должен быть такой же эрудированный и находчивый человек, который всецело разделяет твои взгляды. Дерево номер два. Если тебе приглянулось второе дерево, это означает, что в любви, как и в личной жизни, ты превыше всего ценишь стабильность. Тебя практически невозможно влюбить с первого взгляда. Тебе нужно привыкнуть к человеку, прежде чем полюбить его. Зато уж если кому-то удалось завоевать твое сердце, то ты будешь верен до конца. Обычно ты выбираешь спутника по жизни не столько сердцем, сколько умом. Для тебя также важно, чтобы твоя половинка была успешной, или хотя бы стремилась к этому. Дерево номер три. Такое деревце, как правило, приходится по душе нежным и чувственным натурам. Это означает, что твои эмоции частенько берут верх над разумом. Ты очень тонкий и артистичный человек. Очень ценишь визуальную красоту, любишь говорить комплименты и слышать их в ответ. Тебя довольно легко ранить, поэтому ты предпочитаешь сглаживать все конфликты. Тебе нужен сильный и уверенный в себе партнер, рядом с которым ты будешь чувствовать себя в безопасности. Дерево номер четыре. Выбор этого дерева характеризует тебя как человека, который во всем стремится достичь идеала. Даже если твои отношения складываются не очень удачно, ты никогда не будешь их рушить в одночасье. Для тебя гораздо важнее постепенно шлифовать и совершенствовать начатое. Как правило, у тебя прекрасные взаимоотношения со своими бывшими. Злопамятность тебе чужда, и ты умеешь прощать даже серьезные обиды. В то же время, ты являешься лидером по натуре. В отношениях ты как минимум требуешь равноправия и не умеешь пассивно наблюдать за происходящим со стороны. Дерево номер пять. Судя по этому выбору, ты чрезвычайно эмоциональный человек. Твоя любовь превращается в настоящий ураган страстей. Ты любишь интриговать своего партнера и создавать вокруг себя ореол загадочности. Твои отношения не всегда идут гладко. Ты можешь вспылить и поссориться. Но когда остынешь и хорошенько все обдумаешь, то прошедшая ссора лишь укрепит твои отношения. Правда, тебе нужен терпеливый и рассудительный партнер. Он должен обладать тонким психологическим мышлением и уметь сглаживать конфликты. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, поделиться с друзьями и оставить свой комментарий. Кто же поставил спасибо? С вами был канал «С дуба на кактус». Если вы хотите продолжения новых тестов, пишите в комментариях. До новых встреч!